Мне особенно интересно, ну вот как вот интерес к человеку и к его там, я так понимаю, судьбе, психологии, к его жизни перерос у вас именно в искусство и как это, ну, Наоборот, взаимопомогает друг другу или наоборот, наоборот. вот, собственно. Вообще, как бы я себя вот осознаю как какое-то целенаправленное уже пребывание с 14 лет. И вот интересно, что в эти 14 лет параллельно шла линия, связанная с искусством. Там, скажем, я встретился и полюбил симфоническую музыку, бегал на концерты, филармонию. Я какое-то время много рисовал карандашом, а до этого я даже целый год ходил в Дом пионеров еще, рисовал акварели. Даже одна попала на городскую выставку. Вот. Поэтому музыка, живопись, театр, они для меня всегда, ну, занимали огромное место в моей жизни. Слово, поэзия, литература, в общем, все, весь этот мир искусства. А параллельно возник интерес к философии и психологии. Ну, это был мой протест против окружающей действительности, потому что, как потом я узнал, сначала Ленин убрал логику из программы обучения, а потом Сталин убрал психологию. И вот, собственно говоря, так две эти линии шли, и сошлись они в профессии режиссера сначала. Потому что режиссура, я вот тут очень люблю Петра Михайловича Ершова, он оказал очень большое влияние на меня. У него есть замечательная книга «Режиссура как практическая психология». И, собственно говоря, вот мои занятия театром, студии всякие и прочее, они все были что-то среднее между исследовательской лабораторией, психологией, да, и театром как таковым. Поэтому иногда меня обвиняли, что это не спектакль, а лекция. А вы сами играли в этих спектаклях? Да, я неплохой актер вообще-то. Вот, когда я уже работал режиссером, я был всегда специалистом по срочным вводам. Когда кто-то заболевал, да я шел со своей утренней репетицией, меня ловил начальник труппы и говорил, вечером надо играть, вот что? Текст. Вечером я уже играл. А вы были режиссером классического толка или все-таки Нет, я закончил авангардного? Щукинское Нет, училище. я это знаю, я имею в виду, ну есть там, например, театр Гротовского, построенный на давлении на Да я актера. знаю, что такое театр Гротовского, Да, очень вот любил мне его. интересно, Я как. даже однажды получил приглашение преподавать в Варшаве в театральной академии, но меня не выпустили. Я был невыездной. Я даже не могу сказать, я щукинский, да, я, так сказать, вахтанговский, вот это все сказано. И чем больше лет проходит, тем больше я убеждаюсь в этом, что вот я люблю игровой театр. Я люблю неожиданный театр. Я больше люблю не литературное, а именно игровое. Вот здесь в Киеве, когда у меня был театр, я поставил такой спектакль, который я очень люблю, «Юродия». Это как бы материал романа «Преступление и наказание» глазами юродивых. Очень интересно. Да, очень интересно было. Французы, когда были, они сказали, это музыкальный спектакль. Он назывался спектакль «Молитва» из 4 частей, естественно. И каждая часть отбивалась молитвой. Вот. А поскольку я вместе с моим другом
Борисом Дерзопольским очень мы интересовались психотехниками. И нам удалось установить, что Станиславский всю психотехнику по-творчески позаимствовал из книги Рама Чайраки, был такой англичанин, который учился в Индии, «Раджа-йога». Там просто страница к странице. Все упражнения. Поэтому, когда все было запрещено во всех театральных вузах и техникумах, тогда еще и техникумы были, на первом курсе мальчики и девочки занимались раджа-йогой, сами того не знают, думая, что они по системе Станиславского. Вот потом нам удалось зацепить какие-то другие вещи, и вот сначала мы работали вместе, потом Боря уехал в Америку, и так родилась вот эта система «Огненный цветок» по-народному. А когда я ее легализовал, то есть докладывал на конференции научной, она стала называться «Дифференцированное функциональное состояние», ДФС. Вот. И оказалось, что я-то вообще-то делал для театра, но оказалось, что она имеет широчайший спектр применения. Вот, я использовал ее и в клинике, когда работал с чернобыльцами, и со спортсменами высшего уровня, и что только с ним можно, и сам всю жизнь ею пользуюсь. А как бы вы могли ее охарактеризовать в нескольких словах для, для людей, которые это не сталкивались никогда с этим? Активация внутренних ресурсов. Дело в том, что у человека, как у субъекта, есть колоссальный внутренний ресурс, который он практически почти не использует, а если использует, то случайно. Этот колоссальный внутренний ресурс доступен. Я потратил много-много лет, 50 лет, точнее говоря, на то, чтобы извлечь из всех этих источников, практик. Я всю репутацию себе загубил. Понимаете? Я учился у суфийского мастера, я влезал во всякие авантюры, чтобы только попробовать практически. И мне удалось в конечном итоге извлечь информацию чисто технологического характера. Конечно, это непросто, но это доступно. Это не мистика, не магия, там, не путь к себе, который где-то там находится, и до него надо найти. Это путь в себя. Вот. И я практически это использую и в своей жизни, и в своей работе, и в своем творчестве. Потом, когда я работал режиссером, я поставил 65-68 спектаклей всего. Я очень много имел дело с художниками. Я вообще всю жизнь любил ходить к художникам в гости, в мастерские именно. Нюхать эти краски, смотреть эти работы разных жанров и стилей. И ставя спектакль, естественно, я взаимодействовал с художниками, архитекторами. Среди театральных художников иногда попадаются архитекторы, они лучше чувствуют пространство. Ну вот. И как бы я сам уже не писал ничего, не рисовал даже. А когда вы сознательно пришли к... Вот. И прошло много лет. 48 лет я начал петь. Вот родился Дуэт Зикар, которому на будущий год исполняется 20 лет официальная история. В этом году 20 лет неофициальной истории. Вот. А в 96-м или 97-м я сейчас точно не вспомню. Я сначала так просто вдруг начал опять баловаться, да, я там гуашью, акварелью, рисовал фантастические цветочки, все соединил в один, как это, плакат, назвал это «Цветы добра». Ну, это все несерьезно очень было. А серьезно все началось так, и у нас был центр в Питере. Когда ребята все там сделали, я пришел и говорю, о, вот здесь бы хорошо такое вот, на этом месте линию какую-то такую картину. Ну, я говорю, сделайте, загрунтуйте, я напишу. Вдруг сказал я. И забыл. Прошел месяц.
Звонят. Игорь Николаевич, мы все подготовили, краски, кисти, загрунтовано. Я прихожу, поднимаюсь на второй этаж. Там лежит ДСП. Знаете, что такое? Да, конечно. Сантиметр толщины. Да, да, да. Необъятных размеров. Загрунтовано. Они нашли из таких, которые знают, как делать настоящий грунт. Они скупили всю итальянскую темперу в Петербурге. То есть они левказ сделали фактически, да? Да, они сделали грунт, ну, кисть идет, краска ложится, причем под темперу. Ну да, левказ, я понимаю. Вот. В общем, я неделю медитировал, так называемая, да? В общем, я увидел это. И вот мне было очень интересно наблюдать, как вот, ну, с помощью все той же системы активации я наблюдал за рукой, которая знала, какую кисть взять, как с краской, как ее наносить. Она как бы сама все это. Я только держал замысел. И это было безумно интересно. Эта картина, значит, сколько там, 1.5 на 2 метра, да, лист ДСП. Безумно тяжелый. Сейчас она не так давно, 3 или 4 года назад, обрела своего владельца. Человек увез это к себе в загородный дом и повесил. Там вот такие крюки мы в стену вбивали. Ну, тяжелая, невероятно была. Невероятно тяжелая. Называется чаша. Чаша. Да. В общем, мучился, но в конечном итоге написал. Кто-то видел в этом солнце апокалипсиса, кто что вообще. Но меня это не волновало, мне волновало, что я написал... Но она была в реалистической манере. А? Она была в реалистической манере. Да, она в такой экспрессионизм, но все-таки чаша, как бы на углу стола нависает над озером, там лес, а там совершенно нереалистическое солнце, все это пастозно. Я уже такие слова знаю. Вот, собственно говоря, это была первая картина моя. Ну, она очень долго путешествовала по Питеру, ну, там, где мы центры открывали, она там и была. Но потом вот уже я уехал из Питера, и человек один ее приобрел. А как вы решились продолжить этот опыт? Вот я рассказываю. Ну, вроде как бы все. И тут мы на лето выезжаем в Литву, за Росай, на берег озера. Такой замечательный деревянный большущий дом, ну, агротуризм, да. И я вдруг говорю, вот мне всегда интересно слышать, как вот что-то во мне вдруг говорит неожиданные для меня вещи. Я говорю, знаете что, ребят, вот давайте возьмем темперу и, где у нас там 3 недели, 3 холста. А, и 4, говорю, один вот для начала. И больших довольно, 1.80 метра. Так, мольберт поставили, все это стояло, я там вел занятия, там беседы. И в это же время, потом устроили аукцион. И долгое время цена, за которую продали картину под названием «Зов», была точка отсчета. Интересно. Заруба была страшная, там 2 человека сцепились. Я не ожидал даже, что будет так. То есть вы сразу стали рыночным художником? Да, ну как-то так получилось, да. Ну... А вы нигде не обучались технике? Нет. Я попробовал брать уроки в Питере, мне нашли самого-самого. Я взял один урок, заплатил ему за 3 и больше не ходил. Я понял, что если я буду вот у него учить за ремесло, я перестану быть художником. Поэтому я очень многое, ну, читал, естественно, но в основном все изобреталось на ходу. У меня есть свои там фактуры, свои приемы. Я не, а может, они и существовали давным-давно, но я их открывал для себя сам. Я пробовал так, ну, что-то там внутреннее мое руководило. Вот так родилась это, то, что я называю сиги. Угу. Ну, тут еще что... Довольно быстро я перешел на масло. Причем вот
масло уникальное, голландские, одна фирма делает H2O, называется. То есть масло, которое можно разбавлять водой. И они к нему делают лаки, которые можно разбавлять водой. Ничего себе. Да. И долгие годы они единственные это выпускали. Сейчас уже несколько фирм у них купили и стало более доступно. А так я через один вильнюсский магазинчик заказывали мне в Голландии и привозили. Он у меня в Литве на хуторе, где у меня мастерская, до сих пор есть еще большие запасы тех цветов, которые... Я же не знал, какие цвета у меня пойдут в бешеных количествах, какие будут вот лежать там и ждать чего-то. И вот это масло, это стало вот на всю жизнь основой. Для меня, да. Ну, на самом деле... Я им могу все что угодно. Я не делаю почти никогда карандашных набросков или углем там, или сепией. Я делаю все кистью. Скажите, на самом деле это такой очень интересный опыт. Немногие люди, несмотря на какие-то врожденные данные и благоприобретенные возможности и способности, решаются в зрелом возрасте заниматься искусством. Потому что как бы, советская система, может быть, не только советское образование и воспитание, как бы ставит между человеком и искусством какой-то барьер, который зачастую, чем более хорошим является это воспитание, тем более непреодолимым этот барьер. Вот вы, я так понимаю, смогли преодолеть этот... это... Я же ведь всю жизнь жил в искусстве, да? Да. Театр... музыка, театр – это все, и музыка, и живопись, и костюмы, чего там только нет, архитектура, понимаете? Я в 16 лет составил себе список, что должен знать режиссер. В 40 лет я его закрыл. Понятно. Ну, по 16 лет максималистский такой список, понимаете? Там чего-то, которого не было. И только в 40 лет я... закрыл все, все, что там написано, я знаю. Да. Вот. Но вы являетесь, помимо всего прочего, еще практикующим. А здесь так, я, понимаете, я люблю, да, все делать. Но если я уже делаю, надо делать хорошо, да. Первые 3 года я каждый день стоял у мольберта, независимо от того, есть настроение, нет настроения. И писал. Что-нибудь, но писал. Абстрактно или просто водил кисточкой, как говорят, цвета сочетал, фактуры пробовал. Но каждый день, 3 года, через 3 года на Кипре я написал картину посвящения. Единственная картина в мировой живописи на тему женского эзотерического посвящения. Вот. Она сейчас в Литве, это, собственно, Свердиния. Ты видела же. Угу. Да. И есть она, кстати, это там, вот. Где женщина. И я сказал себе, вот это моя дипломная работа. Вот. И после этого вот с этими проблемами, как нарисовать лицо, грудь, руки в разных ракурсах, там столько рук, столько грудей, столько бедер, глаз, ртов, ушей. Вот. Хотя я до сих пор уши не люблю. Я придумываю так, чтобы уши не надо было. Ну, а иногда наоборот. Вот у какого-то человека ухо... что-то такое говорит, а так я как-то лишняя деталь. Скажите, а своим ученикам, как их, я не знаю, там, мастер, психолог, вы рекомендуете занятия искусством для... Нет, я ничего не рекомендую. Я рекомендую только одно – слушать симфоническую музыку. Угу. Почему? Потому что симфоническая музыка – это максимально... полное, максимально непосредственное прикосновение к тому, что мы называем внутренний ресурс. Вот это, сейчас слово модное, энергоинформационное. Потому что это вибрация. Да? И на них реагируют клетки организма. Не организм, то есть органы тоже реагируют, но реагируют сами вот эти живые клетки. Это очень важно. Для того, чтобы открыть этот ресурс плоти, это вот такой момент. Вот. А так они сами кто чего. Не, некоторое количество рисуют. Угу. Даже выставляются. Ну, что-то пробуют. Это...
Но так как я запой написать сутки, падая, вставая, перекусил и опять к холсту, я что-то не видел пока. Потому что я запойный. Угу. Я вот, если мне что-то вот хочется, да, выразить, да, все это. Я объявляю, что у меня день художника и больше ничем не занимаюсь. А вот я видела среди ваших работ, среди названий, вернее, там есть посвящение Ван Гогу, в каких-то из портретов явные отсылки к творчеству Модильяни, к Фаюмскому портрету. То есть видно, что автор знаком с историей искусства. Насколько это важная часть вашей деятельности? Я вообще считаю, что эмоциональное присоединение к какой-то части культуры, без этого нет развития внутреннего, субъектного. Что такое культура? Это то, что пережило время, да? Это то, что рассказывает не о том, что человек сделал во внешнем мире, а о самом человеке, что у него там внутри. А там внутри очень много. Конечно, у меня есть, которые больше отзываются, меньше отзываются, понимаете, Ван Гог там. И хотя подлинники, наверное, потемнели, но все равно здорово, правильно? Не потемнели. Вот, импрессионисты, скажем, они потемнели, их там пытаются что-то сделать. Тот же Модильяни, те же Декананс, обожаю мир искусников, Муху, Клинта. Вот, потому что, наверное, так не могу. Но они мне очень нравятся. Это красиво, да? Это изысканно. Вот это мне тоже нравится. А среди таких я люблю Крамского как портретиста. Я считаю, это выдающийся человек в области портрета. Ну, Репина как-то так. Жанровую живопись не очень, честно говоря. Вот. Дали люблю. Он гений, конечно. Но больше люблю его книжку «Записки гения». Да, книжка хорошая, конечно. Это правда. Вот. Очень люблю экспрессионистов. В том числе и абстрактный экспрессионизм, американский Поллок и другие. То есть какие-то вещи, которые меня затрагивают, к чему я могу эмоционально присоединиться. И сейчас, вот, скажем, идешь по... Последний раз был в Лондоне, на этой Мизе, я называю Мизе, но забыл официальное название. Фриз. А? Фриз. Фриз, да. Вот, ну же мусор, 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 бах! Какая-то вещь. Опять мусор, мусор, мусор. Ну это же ярмарка, это формат такой, который обязывает. Ну? Большой смотр всего. Еще Базель, это вообще испытание для человеческого сознания. Я в Базеле не был, я был в Милане на Миарте. Но вот в Швейцарии был, в Цюрихе, ну вот в Женеве тоже. Вот. А вот мне нужно, чтобы я мог к этому эмоционально присоединиться. Понимаете? Когда вижу разрезанной газовой горелкой детский матрасик, залитый пластмассой, да, и это стоит 80 тысяч евро, и мне гордо сообщают, говорит, что вот в Лондоне была удача, 8 штук продали, а вот здесь... На Миарте только 4. Я не могу к этому присоединиться. Да? Ну, если я, конечно, там напрягусь, я могу придумать концепт, что это вот детство в опасности, тролля. Да, это. Ну тогда же лучше просто вот там была такая, мужик, в таком же кубе, также газовая горелка, разрезанная скрипка. Ну, вот там. Это вот символ современного искусства, можно сказать. Скажите, вот на самом деле искусство 20 века и второй половины 19 и, собственно, уже начинающегося 21-го, оно построено на этой вечной оппозиции живописи и фотографии, и на какой-то попытке живописи занять свою нишу, несмотря на то, что современные технологии идут необозримо вперед и предоставляют художнику или человеку, у которого есть какая-то выразительность внутренняя, возможности самые разнообразные для выражения. То есть, почему вы выбрали именно такой традиционный медиум, как живопись? Я получаю физиологическое удовольствие. Знаете, когда я пишу картину,
я, кроме всего прочего, получаю вот такое чувственное удовольствие. Раз. Во-вторых, ну, насколько мне известно, масляная краска – это самая большая загадка. До сих пор нет, при всех современных технических средствах, невозможно описать однозначно, что за процесс происходит в масляной краске, когда она высыхает. И когда я в свое время поинтересовался, такая книжечка про технологии, что она высыхает 30 лет до конца. То есть это какая-то мистическая такая вещь, масляная краска, понимаете? А потом, ну возьмите Фаюмский портрет. Там инкаустика. Да, но посмотрите, он абсолютно... Как живой, да. Живой. Или возьмите этих бизонов в этой пещере. Это да, это не отнимешь. Цвет какой, все. Или в этих самых росписи гробницы в долине царей. Невероятно, кстати, да? Абсолютно невероятно. Вот это пережило и дошло, и к этому можно присоединиться. К чему смогут присоединяться из нашего всего этого времени люди там через 100 лет, мы не можем знать. Не можем знать. Но я думаю, всегда есть главное. Ну, я консерватор, наверное. Это человек. И в данном случае субъективный мир человека. Сколько ни пытались это все обозвать, что субъективно это... Но человек это и есть его субъективность. На самом деле. Да? Как ее не называй, как ее не структурируй, это его субъективный. Вот это данный конкретный человек меня всегда интересовал не вообще, а меня интересовал, какой смысл в одной жизни одного конкретного человека. Ну не знаю почему, так сложилось. Этот ваш интерес отражается и в вашем творчестве, ведь огромное место занимает в нем портрет. Портретов я написал более 400. Вы в основном пишете портреты своих учеников? И нет, у меня 400 человек, которые обратились. Я пишу тогда, когда ко мне обращают. А. То есть все портреты, условно говоря, это люди, которые обратились и захотели. Да? Но чтобы как-то это оформить, мы назвали это арт-терапией, потому что параллельно они еще задают кучу вопросов. Мне же не надо вот так. Я иногда прошу застыть там, на минуточку, максимум. И мы разговариваем. Я обожаю портреты, почему я не знаю, что будет. Вот, например, одного человека пишешь, выскакивает детское я. Показываешь, он говорит, ой, у меня есть такая фотография, это я в 12 лет. Другого человека пишешь, вдруг что-то такое взрослое. Ой, это моя мама или папа. Да? Одного начинаешь почему-то вдруг не с глаз, но ну, вот этой части, да, чтобы синхронизировать. А волосы начинаешь писать. Почему? То есть вот эта загадочность того, что происходит между тобой и этим человеком, и потом это вот объективизируется, это для меня очень ценно. А это вам помогает понять человека? Ой, я не пользуюсь уже лет 20 с такими категориями, как понять. Абсолютно. Почувствовать, пережить, воспринять объем. Это сразу. Ну, у меня такая привычка. Я вижу человека, я в резонансе. Пристраиваюсь в резонанс. Да? А дальше это все он раскрывается. Каждый человек очень огромный мир. И я вот этим занимаюсь профессионально столько лет. И все равно я восхищаюсь, потрясаюсь, удивляюсь. Потому что человек это... Ну что такое аппаратура рядом с человеком? Железо! Тут меня недавно познакомили с интересным очень человеком, врачом. И у него такая самая современная техника биорезонансное диагностирование. Немецкая там. Ну вот я ему говорю, так, пришел, так развалился, он сделал, начинает мне рассказывать. Я говорю, хорошо. Давайте прервемся, я сейчас в другое состояние перейду, еще разочек, просканируйте. И еще разочек. И все три разные.
Он сидит, он в это сам верит. У него там, он очень честный врач, он работает как сумасшедший, не столько. Не потому, что он много-много-много денег, а он очень недорого берет, но потому, что он хочет всем помочь. Я говорю, понимаете, вы тоже не этой штуке верите, вы же экстрасенс, правда? Он говорит, да. И вы диагностируете собой, правда? Да. Я говорю, ну, да это железо. Интересно. Так вот. Человек – это удивительная штука. Удивительная. И еще я очень люблю пространство. Вообще как таковое. И то, чем оно наполнено. Это тоже для меня очень важно. А из таких вот романтических времен у меня осталась любовь иногда написать пейзаж. Я почти никогда не пишу с натуры. Я иногда делаю фотографии, но это тоже только повод. Я их фантазирую. Ну, у меня много там всяких разных восходов, закатов и так далее, и тому подобное. И вот из этого что-то рождать, мне главное, о чем, да, образ, вот, что. Последнее что-то. Время в вашем искусстве доминируют, скажем так, абстрактные мотивы, и вы создали, в частности, интересные две серии. Это «Звезды блуждающие», и это серия, либо одна работа, вы нам расскажите, пожалуйста, «Тайная вечеря». То есть они в каком-то общем духе. Да. Это вот как вы перешли о пространстве. Это о пространстве. Внешнем или внутреннем? Это о пространстве. Пространство одно. Нет много пространств. Пространство – такая категория, в которой… Пространство – это то, в чем находится все. В чем находится время. Все. Нет, время там не находится. Я шучу. Вот. И поэтому пространство, я его воспринимаю иначе, чем большинство людей, потому что оно для меня звучит, оно для меня несет информацию, объемы, как я говорю, да? И так далее, и тому подобное. А в «Тайной вечере» это очень странная история. Я был в Милане, дважды мне удалось там побыть у «Тайной вечери». Я все хотел подлинник увидеть же, репродукция репродукциями. В чем там дело, да? Чего об этом так много говорят? И что-то вот такое сильное было впечатление. И потом однажды я увидел вот то, что в итоге получилось, практически я увидел готовое. Именно такое количество холстов, именно такая композиция, именно сразу я знал, что это будут стеклянные рамы. Все это было. И сам себе сказал, не, ну это ни времени, ни. Ну вот есть внутри, ладно. И через какое-то время, месяц-полтора, я в Литве, я слышу, я своим помощником диктую, какие заказать холсты. Причем четко, бум-бум, столько-то, такого размера, столько-то, такого размера, столько-то, такого размера. Думаю, ничего себе, я приезжаю еще через полтора-два месяца, холсты стоят. И три запоя. По неделе, отравляясь лаками, вообще не спал. Ну как, спал, конечно, но вот перекусил, зубы почистил, перекусил к холстам, да? Там упал, вздремнул, встал, чай попил, кофе и к холстам, понимаете? Вы как бы художник, который концептуализирует свое творчество или скорее склонны к такому получению какого-то откровения, скажем так, от самой механики? То есть вы как-то объясняете себе концепцию этого произведения? Да. У меня есть картинка, которую, скажем, вот человек мне сказал, Игорь Николаевич, если получится, вот я бы очень хотел, чтобы вы написали «Архангела Уриэла». Почему именно этого? Ну, «Архангел Уриэл» – покровитель огненных. Это вообще очень малоизвестная история, как бы
есть популярные попсовые архангелы, хотя не все из света сделаны, а есть вот непопулярные. Ну, иконографически Михаила Гавриила мы знаем так больше. У Риэл есть икона каноническая и у православных, и у католиков. Это архангел, которого Бог послал учить людей. У него в одной руке огонь, в левой, в правой меч. И я его, я сказал, да ты что, я архангел. Я, правда, написал 2 раза 5 в своей жизни и одного спаса, но это было вообще посреди ночи вскочил, написал, да? Не, наверное, нет, ты знаешь, я даже не обещаю тебе. И у меня очень часто так бывает, я сижу, пью кофе или там на компьютере что-то делаю, и вдруг накатывает импульс. Я встаю, иногда я забываю переодеться, даже потом у меня много одежды погибло в краске, иду и пишу. И я его написал. Я не знаю, как я это делал. Он очень странный по технике. Он очень странный по фактуре, он очень странный по палитре. Я не могу это не то что повторить, я не могу вспомнить, какую краску, с какой, сколько я туда медиума налил, и вообще как это все получилось. Честное слово, я не кокетничаю. А есть картины, да, которые я вижу, и я ее делаю, я жду, пока высохнет один слой, другой. Я знаю, что я их все равно напишу. А есть... Вот человек говорит, хочу триптих такого-то размера. Но обычно мне не говорят тему, да. Вот заказ так называемый, выглядит так. Хочу картину такого-то размера. Очень редко на такую-то, если можно, тему. Ну, понимаешь, что я по заказу не... такому прямому. И вот я начинаю, я ничего не знаю. Я так смотрю на этот холст, смотрю. А, делаю фончик. Потом так делаю еще поверх. Иногда фончик 6 слоев. А потом только фактуру там делаю. И так постепенно она вот как фотография, да, в проявителе раньше проявляется картина. По-разному бывает. И для меня это вот занятие, смешное слово. Вообще живопись, да, это мое одиночество. Вот то одиночество, которое радостное, да, позитивное. Почему? Потому что вот я, холст, краски, кисть. Все. Никого, ничего. Даже если там люди в соседней комнате, я могу публично это делать.